быть разного строения, да, есть техническое строение, атлетическое, астеническое строение. Точно так же и психическая функция, она может иметь разное строение, как живое, как живая структура. И, соответственно, разный режим функционирования сообразно этой структуре. И вот об этом надо помнить, потому что когда мы имеем дело с живыми людьми, с реальными людьми, вот эти функции точно так же могут болеть, как и физическое тело. У них могут быть какие-то проблемы, их можно лечить определенным образом, восстанавливать и так далее. Вот, и, конечно, надо мыслить все, но просто это еще один дополнительный инструмент, который нам показывает вот, как бы, вот все богатство этого инструментария, который заключает в себе и соционика, и теория нервности, и как она связана уже с психологией, с психосоматикой. Ну и попробуйте это использовать, попробуйте понаблюдать за этими вещами. Обязательно прочитайте материал, который здесь есть. Потому что, конечно же, вот тут очень много всего. Вот мы не затронули такую важную тему, как особенности отношений, внутренние связи модели А, интерфейсные отношения. Ну, наверное, ее надо рассматривать отдельно, потому что тут тоже есть много нюансов. Ну, это, наверное, ситуация будущего. Это большой материал тоже. Да. Вот. Еще вопросы, пожалуйста. Или какие-то соображения? Уф, нет. Голова пухнет, как говорится. Да, много информации. Да, да. Да, ну. Да, информации очень много, потому что мы же наработали за это. Вы только вдумайтесь, Киевская школа социологии существует с 86 года, почти 30 лет. В 89 году мы стали уже самостоятельной школой, и у нас уже появилось огромное количество самостоятельных разработок. То есть с 89 года количество наших наработок, ну и теоретических, и практических, оно количество перешло в качество, и, конечно же, вот мы рассказываем об этом, но мы, конечно, рассказываем, как говорится, из мапутков никто не обнимет необъятно. То есть какую-то часть мы рассказали. Теперь ее надо, конечно, осмыслить, переварить, посчитать, да? Вот оно должно уложиться. Ну а когда оно уложится, возникнут какие-то вопросы, возникнут какое-то, наверное, желание дальше покопаться в этом, да? Посмотреть другие вопросы. Мы тогда можем к этому вернуться. Да. Или продолжим. Да. Хорошо, конечно, много чисто связанных с той же моделью А. Так, ну. Хочу вам сказать большое спасибо за организацию этого мероприятия. Нам было очень приятно вас всех снова увидеть, почувствовать. Как будто вы почувствуете это в вашем отношении. Особенно Юрию приятно. Большое спасибо за проявленную настойчивость и активность, за организацию. Да, это было шикарно. Удалось это организовать, потому что, ну, предположить, что вот так можно сделать и организовать, это две большие разницы. И только воплотите. Да. Качество было нормальное. Мы вас хорошо видели. Так, у нас есть несколько организационных моментов. Пункт первый. Фотография вместе с вами. На вашем фоне. Сейчас мы встанем и сфотографируемся. Я думаю, как-то совместим. Да. Вот. Взять какой-то фотомонтаж. Не фотомонтаж, мы прям встанем вот здесь вот и сфотографируемся. Сейчас Ольга сделает. Она знает, что делать. Даже так? Я не знаю, как это сделать. Она сейчас совместит.
Я думал, что вы просто встанете, а мы подойдем здесь вот и сфотографируемся. Вот Паменхаузена в фильме. А что если мы не будем рисковать про лошадь, да? И наберемся смелости, что и совместим. И совместим, да? Ну давайте. Да. Смелое решение. Возьмем и совместим заднюю часть лошади в передней, да? И будет космичнее. Пока я не готова, не получилось так хорошо. Они просто так, чтобы правильно было. Сюда. Ничего, все будет хорошо. А вот с этой стороны тоже можно? Можно встать между Ольгой. Вот так. Юрий Алексеевич. Ну, становись рядом. Можно рядом с Галиной становись. Слева или справа? Да и с другой стороны сейчас. Ты что, даже глаза? Вот так давай. Жена по-другому решила. Так, сейчас. А может все-таки... Что? Так, хорошо. Ну, лучше попарно, конечно. Так, ну ладно, видео уже получилось. Сейчас, давай, потом скриншот будет, я тоже тут. Ой, ладно. А я вот тут перестану. Вот так вот. Все. Голова чуть-чуть вниз. Так, вот так. Все. Это будет скриншотик. Все, мы отрегулировали. Нет, сейчас сфотографируем уже. Ты что ж, у нас тут все есть. Так, мы закончим видео снимать. Оп.